Хотел сделать передачу. Нет, все-таки сделал передачу назад. Иванцов. 6 полевых у СКА. 19-46. Зеленов не бросает. Вот теперь наброс. Лабердонец отражает шайбу. Зеленов не смог добавить, потому что шайба подпрыгнула. Учельников. Ох, какой гол! И это Мечков. И его чуть там Смирнов не убил в своих объятиях. А я вам говорил, Мечков на удивление играет. Вот у него такие броски неожиданные. Слушайте, мне сейчас даже Матвея жалко стало. Просто жалко стало. И вот там Смирнов прямо врезался в него. Я понимаю это от эмоций. Все-таки 35 секунд. Смотрите, что сделал Мечков. Бросок. Явный бросок от из-за ворот. И он попадает в Флабердант. Задумался очень неплохо. Матвей Мечков. Ну, задумал-то ладно. Он исполнил очень хорошо. И за 35 секунд до окончания третьего периода ничья.